приходом весны особенно остро встает тема благоустройства дворов. Есть еще у нас видно места, где привести в порядок придомовую территорию просто необходимо. Не только потому, что она уже давно не вписывается в картину одного из самых благоустроенных городов, а потому что страдают жители. Стоящими на тротуарах и газонах автомашинами нас не удивить. Картина, к сожалению, типична для нашего города. И для жителей пятиэтажек на ПЛК это явление тоже обыкновенное. Дома строились больше полувека назад, и дворы не предназначались для такого количества машин. Кругом стоят машины, все вот эти вот места, где росла травка какая-то, да, все занято автомобилями, здесь уже грязь. Сейчас здесь выйти с ребенком уже некуда. Действительно, нормальной детской площадки здесь нет. Зато есть поляна между домами, где стоят малоигровые формы. Но для прогулок она малопригодна. Она никому не нужная. Там в основном гуляют только с собаками. И заболоченная местность, там бы, конечно, была очень удобная парковка. Но автомобили и отсутствие детской площадки – это только часть проблем данного микрорайона. Уже не просто неудобство, а реальную опасность представляет состояние асфальтового покрытия. Любовь Старостина год назад получила травму, упав во дворе собственного дома. Из подъезда выйти вообще невозможно. Одни рытвины, одни ухабы, можно сказать. Упала до сотрясения мозга. В ЖЭКе сказали, это нарушена уже координация движений. Много соседей, которые обращались в травмпункт, и справки были предоставлены в ЖЭК, сказали, что нет, все нормально, все хорошо. Усугубляет ситуацию отсутствие освещения. Со всеми своими проблемами жители неоднократно обращались в управляющую компанию ЖКХ и в администрацию городского поселения Видное. Освещение нам обещал и Троицкий. Будут вам поставить здесь столбы, там, ну, 2-3 столба. В течение 12 лет обращаются в администрацию в нашу, никакого сдвига нету никогда. Обещаний. Больше ничего. Вот и спрашивают жители домов 6, 8 и 10 по проспекту Ленинского комсомола. Когда благоустройство, начавшееся около 12-го дома, придет и к ним во дворы? Дождутся ли этого коренные видновчане? 40 лет здесь живем, ничего, ни асфальты, ничего, ни тротуары. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.